Привет, привет, мои дорогие ребят. Паста а-ля карбонара. Быстро сготовила. Главное, самое тяжелое — сварить макароны. Спагетти, чтобы они не развалились. Обалденно вкусно. Видео на моем втором канале. Только горячо. Ну так вкусно. Сам бы ел, да денег жалко. Главное, получилось не сухо, а как положено. Единственное, только я много опять сварила. Варите эту пасту а-ля карбонара. Лучше на раз. Она сейчас впитает в себя все и будет суховатая. Ой, как вот. Обалденно. Кстати, я пока тут видео монтировала, я заказывала в Магните апельсины, они привезли маленькие, вот такие два штуки. Такие вкусные. Я один заточила. С беконом. Самое тяжелое — сварить макароны, если вы варите много, перемешать. Ну что-то вот. Придется и завтра есть. Дай бог сегодня больше не мешать. Ну, я вот себе всегда накладываю. Я уже наелась. У меня, они говорят, клади в маленькие тарелки. Надо переходить на маленькие тарелки. О, все, насытилась. В общем, все, всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Скромный ужин.